мы собираемся на вот такие шествия для того, чтобы заявить в этот физический и духовный мир, что мы за семейные ценности. Мы за составление семьи на базе принципа. И он прописал, кто назначил людям, что семья состоит из папы и мамы, мужа и жены, которые объединены на базе принципа, на принципах любви и взаимопонимания. И только в Боге может состояться по-настоящему счастливая семья. И мы говорим о том, что дети, рожденные в этих семьях, они по-настоящему счастливы и полноценны. Мы говорим, что мы против развала семьи, мы против отдачи на семейные ценности, мы против однополых браков, мы против разводов. И мы заявляем, что только на Боге, только в Боге, только на христианских ценностях, только на Библии и Божьей морали можно построить по-настоящему правильную, нормальную, гармоничную семью. И мы говорим, что папа, мама, я.